Всем привет, с вами Денечка. Мы находимся на стоянке Hyundai Premium Алматы. Автомобили с пробегом. Машин здесь не очень много, но они очень интересные. Сейчас кратко посмотрим, что почем. С левой стороны у нас внедорожники, с правой стороны седаны. Что ж, погнали. Вначале у нас стоит Lexus ES, стоимость 13 миллионов, ES350, 13 года, 3,5 на автомате. Ну, кузов у него целый. На данном нет никаких сколов, косяков не видно. В очень хорошем состоянии. И с этой стороны у нас Camry, но она, видимо, еще на оценке. Таблички нет. Ожидайте. Рядом у нас Hyundai Elantra за 5 миллионов 400 тысяч, 13 год. Автоматическая трансмиссия. 128 лошадиных сил в серебристом цвете. Очень интересный, хороший автомобиль. Крайне популярный. Рядом у нас Mercedes в белом цвете, E-класс. 8,5 миллионов за данный автомобиль. 11-й год. Красивая машина. Но почему-то у нас их не так много. Все-таки дорогая. Затем Mazda за 6,5 миллионов. 14-й год. 1,5 автомат. Легкосплавные диски. Ну и в целом тоже по кузову явных косяков нет. Не видно. Ну, можно, конечно, пройти с толщиномером, если вы собираетесь прям приобретать. Затем Peugeot, это у нас, кажется, 307-я, да, 307-я, в кузове универсал, 2,5 миллиона, 2006 год, автоматическая трансмиссия, легкосплавные диски, резина, кажется, двулетняя, в черном цвете, с рейлингами. Интересный, конечно, автомобиль, но не очень сильно распространенный, у нас их не так много. Лада, это у нас, кажется, Веста, Кросс, нет, не знаю, сейчас точно посмотрим. Да, это у нас Веста, 19-й год, на автомате, 1,8. Зимняя резина, неплохая такая, очень интересная Лада. На механике Азиавто, Лада Кросс. Да, вроде как механическая трансмиссия. Да, в кузове универсал в синем цвете. Затем Nissan. Стоимость 7 миллионов 300, Nissan Тиана, 14 год, 2,5 на автомате, в черном цвете. 7 миллионов 300. Hyundai Accent тоже очень популярно. Надежный, хороший автомобиль. Вот таблички нет. Скорее всего, машина уже продана. Интересно, конечно, эта машина. И Kia за 5 миллионов 500. Serrata. 15-й год. 1,6 на автомате. Camry. Крайне популярный востребованный автомобиль у нас. Стоимость 11 миллионов. 18-й год, 2,5, конечно же, на автоматической трансмиссии. Затем у нас Chevrolet в интересном цвете, синий металлик. Городской автомобиль. Ну, тут, видимо, какая-то стадия оформления ценника, описания нет. Здесь у нас автомобиль тоже без ценника, без описания. Видимо, вот эти как раз автомобили находятся в процедуре оформления, все эти без ценников. Здесь у нас Subaru Outback. Хороший автомобиль, очень универсальный. Практически, мне кажется, кроссовер. Ну или универсал, что-то среднее. 5 миллионов 800 тысяч, 10-й год, 2,5 на автомате. Пробег не видно, к сожалению. Что-то там 212 тысяч километров. Renault Stepway. 15-й год, 1,6 на механике, 77 тысяч километров пробега, 1,6. Рядом у нас Nissan Qashqai в сером цвете, ну, тоже таблички не видно. Renault тоже без таблички. Hyundai, это у нас Tucson, очень популярный кроссовер корейского производства. 19-й год, 2 литра на автомате, 66 тысяч километров пробега, стоимость 10 миллионов ровно. И три больших внедорожника. Nissan Patrol, 10 миллионов 500 тысяч, 11-й год, 5,6, 450 лошадиных сил. Бух, какой аппарат. А вот легенда, до сих пор очень популярный, востребованный автомобиль, классная. Toyota Land Cruiser, сотка, 2005 года, объем 4,7, 255 тысяч километров пробега заявлено. Ну, классная машина. Honda Pilot, 8 миллионов 200, 2010 год, 180 тысяч километров пробега, 3,5
5. Вот такая вот стоянка. А сейчас мы пойдем посмотрим следующую стоянку премиальных автомобилей. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.